10 марта «Динамо» должно было принимать в первом матче на новом стадионе московский «Спартак». Но матч здесь не состоится. На арене в Петровском парке не смогли подготовить газон, поэтому мы едем в Химки. Арену Химки высказывались многие, и эти изречения здесь, в коридоре стадиона. Егор Титов, Александр Киржаков, Игорь Акинфеев. Но главные и простые слова, наверное, вот эти. Симпатичный стадион. Мауриньо же. Арена Химки в прошлом году попрощалась с премьер-лигой, но, как выяснилось, ненадолго. После того, как стало ясно, что на стадионе «Динамо» в Петровском парке играть нельзя, «Динамо» вынуждена проводить матч со «Спартаком» именно здесь. Как поле? В порядке? Газон на арене Химки не рулонный, а выращенный здесь. Траву еще прошлогоднюю в декабре вычистили и поле засеяли вновь. Результат налицо. Сетка на воротах, кстати, красно-белая. В начале сезона вход на матч «Химок» был платным – 50 рублей. Теперь пускают бесплатно. Такова аудитория на матче с «Факелом», а основная трибуна вот эта пустует, она закрыта. Но на матч «Динамо» со «Спартаком» ее, конечно, откроют.